с раннего детства, сразу же после смерти отца. Мама Жанны, Люба, потерявшая мужа, скончавшегося от тяжелой болезни, для которой Илюша стал настоящим сыном. И его жена Жанна, любовь всей его жизни, родившая ему трех маленьких принцесс, Яну, Анжелу и Марину. Илюша жил, работал и творил для этих трех женщин. Для мамы сна он создал безбедную, обеспеченную старость. Для Жаниной мамы Любы стал настоящим сыном, а ее дочерям помог встать на ноги и выйти замуж. Жену Жанну и своих дочерей любил безумно, бесконечно осыпая их щедрыми подарками и знаками внимания. Когда ушли в мир иной